Своему супругу сказала только в косу. Только в косу. Надо играть командой, чтобы был в костях. Потому что по одному это, конечно, не дело. Поэтому он уже в косе. Затаился там. А ну побей, побей, давай, бей. Три человека. Это вон у себя. Дальше тут его куста не прошли, они же там засели. Смотрите, если кто-то сидит за этими палетами, у кого стейк-сектор лежит вон там, сел с этим автоматом. Так, блядь, перекувырнитесь, встали с места. Так еще раз перекувырнитесь и уйдите в сторону. Стейк-сектор.
Будет удобно, когда это начнется. Мы и так все нам сводим. Ты извини, конечно, что я на тебя наехал, но, блядь. Yeah.